Адресная социальная помощь выплачивается в зависимости от дохода на каждого члена семьи. И, значит, в связи с тем, что сейчас рассматривается вопрос об отпуске, регулировании цен на хлеб, мы рассматриваем, значит, вопрос предоставления адресной социальной помощи для уязвимых слоев населения. На сегодня у нас в Казахстане 56 тысяч человек получают адресную социальную помощь, но детские пособия, значит, получают около 562 тысячи детей, это где-то 200 тысяч семей. Вот этим двум группам, значит, семей, которые являются уязвимыми слоями населения, будет предусмотрена, значит, адресная социальная помощь с учетом изменений величины прожиточного минимума.